Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие видеообзоры различных сортов томатов. Вот только что я описывала любимый праздник, сейчас я расскажу про чудо земли. Это именно те томаты-гиганты, которые могут сформировать плод более килограмма, и он еще успеет вызреть в открытом грунте. Это томаты-сибиряки, все это сибирская серия, которая выводилась специально для регионов с таким с холодным климатом, с не очень продолжительным летом. Эти томаты могут вызреть и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Сейчас я вам прочитаю. Чудо земли новинка. Среднеспелый индетерминантный сорт с громадными малиновыми чудо-плодами. Растение высотой до 2 метров прекрасно подходит для выращивания в теплицах или в открытом грунте с обязательной подвязкой к опоре. Плоды очень ровные, округло-плоские, насыщенные окраски, суперкрупной массой до 1,2 кг, нежного десертного вкуса, пригодные для употребления в свежем виде, землегату. Урожайность высокая. На 1 метре 3 растения выращивают в 1-2 стебля с подвязкой. Что можно сказать, если подытожить все? Если предыдущий наш любимый праздник был низкорослый, такой коренастый сибиряк, как я говорила, 80 сантиметров, то этот будет очень высокий, 2 метра. И если вы его будете выращивать на улице, вам нужно будет или удлиненный кол, или шпалеры, которые очень высоко могут поднять этот. Ну, 2-метровая высота. Конечно, в теплице будет вам попроще, кто вот выберет этот сорт. Там на потолок закрепляют, и, пожалуйста, до самого конца. Оба сорта, вот эти сибирские, они довольно-таки новые, но уже сильно хорошо распространены. И у них есть различия. Кто хочет поменьше хлопот, может выбрать. Вот именно почему я их вместе описываю. Кто хочет поменьше хлопот, может выбрать любимый праздник. У кого есть свободное время вот для вот этого вот формирования всего 2-метрового великана, выберет чудо земли. Оба сорта хорошие, различаются формой, высотой, но оба они, это томаты-гиганты, то есть томаты, которые могут сформировать в благоприятных условиях плод более килограмма. Все, с вами была Ольга Чернова со своим кратким описанием томатов и перцев. Вот сейчас мы знакомились с томатом-гигантом, с сибиряком, чудо земли. 2-метровый исполин с плодами более килограмма, но с повышенным уходом. Заботиться о нем придется побольше. До свидания. С вами была Ольга Чернова.